Третье. Сегодня мы должны создать механизм контроля голосования 4 марта. Мы должны поймать воров и жуликов за руку, когда они будут фальсифицировать голосование 4 марта. Поддержим создание объединения избирателей. Последнее. Объявлены президентские выборы, которые будет проводить волшебник Чура. Вы верите в честность этих выборов? Давайте мы сегодня обратимся к народу России. 4 марта не отдать ни одного голоса руководителю воровской вертикали Путину, так? Спасибо, мы начинаем наш митинг. И я думаю, что будет хорошей традицией, если точно так же, как митинг на Болотной площади, первым сегодня на проспекте Сахарова выступил Борис Акунин. Я приглашаю к микрофону Григория Чернышили. Здравствуйте. Мы с вами все здесь очень разные, очень не похожие друг на друга. Поэтому у них возникла иллюзия, что они могут нас перессорить и заставить нас разбиться на кучки. У них это не получилось и не получится по одной очень простой причине. Чувство, которое нас объединяет, многократно сильнее всех вещей, которые нас разделяют. У нас было обсуждение между собой, как нужно назвать общественное движение, которое зарождается на наших глазах. Мы не пришли к общему мнению. А между тем, это название возникает само собой. О нем нам пишут и говорят самые разные люди. Они говорят, давайте назовем наше движение «Честная Россия». Честность – это ключевое слово, которое объединяет нас всех, вне зависимости от наших политических, стилистических и любых других расхождений. Мы хотим жить в честном государстве, и мы его не имеем. Мы вынуждены жить с властью, которая все время врет и все время ворует. Я пришел на этот митинг с другим настроением, не с таким, как на Болотную площадь. И я думаю, что большинство из вас, вероятно, испытывает то же самое. На Болотной площади мы выдвинули весьма умеренные требования. По сути дела, это были минимальные условия, на которых мы соглашались терпеть эту власть еще какое-то время. Как власть ответила нам на эти требования? Уходящий президент, которого вообще непонятно, надо ли слушать или нет, выдал нам какие-то туманные обещания. Человек, которого нам собираются сделать президентом, ответил нам оскорблениями. Скажите, пожалуйста, господа бандерлоги, нравится вам как Путин? Тогда позвольте задать вам второй вопрос. Вы хотите, чтобы этот человек снова стал нашим президентом? Нет, вы знаете, если вы так будете отвечать, вас в Кремле не услышат. Я повторю вопрос. Вы хотите, чтобы Владимир Путин снова стал нашим президентом? Господин Путин, завтра вам это будет кричать вся Россия. И еще одно важное. Мы сейчас, после этого митинга, разойдемся с вами встречать Новый год и на новогодние каникулы. Давайте дадим друг другу домашнее задание, добровольное. Мы будем думать, говорить между собою, что нужно сделать для того, чтобы Владимир Путин отправился не в Кремль, а на пенсию. Как? Мы обменяемся нашими идеями. Мы выберем самую лучшую из них, ту, которая понравится всей честной России, и мы добьемся с ней. Нас с вами ждет трудный год, но это будет очень интересный год.
И я уверен, что это будет наш год. Конец света. С Новым годом! И с новой Россией в новом году. Спасибо. Борис Акунин, ваши аплодисменты. Мне кажется, можно сделать только одно уточнение. Почему мы завтра начнем обсуждать итоги этого митинга? Мы можем сегодня начать это делать. Россия! Вас не слышно? Путина! Россия без Путина! Россия без Путина! Задние ряды, вас не слышно. Еще раз. Продолжается. И сейчас в прямом смысле слова выступает Артемий Троицкий. Как вас сказать, подсудимый Троицкий? Я помогу. Россия без Путина! Россия без Путина! Задние ряды вас не слышно. Еще раз. Продолжается. И сейчас в прямом смысле слова выступает Артемий Троицкий. Как вас сказать, подсудимый Троицкий? Я помогу. Россия без Путина! Россия без Путина! Задние ряды вас не слышно. Еще раз. Продолжается. И сейчас в прямом смысле слова выступает Артемий Троицкий. Как вас сказать, подсудимый Троицкий? Я помогу. Россия без Путина! Россия без Путина! Задние ряды вас не слышно. Еще раз. Продолжается. И сейчас в прямом смысле слова выступает Артемий Троицкий. Как вас сказать, подсудимый Троицкий? Я помогу. Россия без Путина! Россия без Путина! Задние ряды вас не слышно. Еще раз. Продолжается. И сейчас в прямом смысле слова выступает Артемий Троицкий. Как вас сказать, подсудимый Троицкий? Я помогу. Россия без Путина! Россия без Путина! Задние ряды вас не слышно. Еще раз. Продолжается. И сейчас в прямом смысле слова выступает Артемий Троицкий. Как вас сказать, подсудимый Троицкий? Я помогу. Россия без Путина! Россия без Путина! Задние ряды вас не слышно. Еще раз. Продолжается. И сейчас в прямом смысле слова выступает Артемий Троицкий. Как вас сказать, подсудимый Троицкий? Я помогу.
Еще раз. Россия без Путина. Россия без Путина. Путина. Россия без Путина. Путина. Россия без Путина. Россия без Путина. Россия без Путина. Друзья, наш митинг продолжается. И сейчас в прямом смысле слова выступает Артемий Троицкий. Как вас сказать, подсудимый Троицкий? Я помогу. Россия без Путина! Россия без Путина! Задние ряды вас не слышно. Еще раз. Продолжается. И сейчас в прямом смысле слова выступает Артемий Троицкий. Как вас сказать, подсудимый Троицкий? Я помогу. Россия без Путина! Россия без Путина! Задние ряды вас не слышно. Еще раз. Продолжается. И сейчас в прямом смысле слова выступает Артемий Троицкий. Как вас сказать, подсудимый Троицкий? Я помогу. Россия без Путина! Россия без Путина! Задние ряды вас не слышно. Еще раз. Продолжается. И сейчас в прямом смысле слова выступает Артемий Троицкий. Как вас сказать, подсудимый Троицкий? Я помогу. Россия без Путина! Россия без Путина! Задние ряды вас не слышно. Еще раз. Продолжается. И сейчас в прямом смысле слова выступает Артемий Троицкий. Как вас сказать, подсудимый Троицкий? Я помогу. Россия без Путина! Россия без Путина! Задние ряды вас не слышно. Еще раз. Продолжается. И сейчас в прямом смысле слова выступает Артемий Троицкий. Как вас сказать, подсудимый Троицкий? Я помогу. Россия без Путина! Россия без Путина! Задние ряды вас не слышно. Еще раз. Продолжается. И сейчас в прямом смысле слова выступает Артемий Троицкий. Как вас сказать, подсудимый Троицкий?